На Донбассе 8 обстрелов с начала суток. Обострение на Луганском направлении. В Крымском и Новотошковском боевики обстреляли украинские позиции из минометов запрещенного калибра. А в другой горячей точке, Авдеевке, открыли мемориал. Его создали бойцы 72-й бригады. Продолжит наш военкор Ирина Баглай. Почти два года украинские защитники держат оборону на Авдеевской промзоне, закрывая город своими спинами. За это время сменилось 10 подразделений, 73 погибших и самым молодым из них по 20 лет. Они не знали, куда идут, не хотят защищать Батьковщину. Мемориал – памятник погибшим украинским солдатам в Авдеевской промзоне. Это идея командира батальона 72-й бригады черных запорожцев, которые почти год держат здесь оборону. Не зрадимо не свои присязи, не... Вірю в майбутнє, тому що ці люди віддали життя за те, щоб інші жили, радували. Владимир вспоминает, проекта мемориал изначально не было. Делали все своими руками и по зову души. А место выбрали на окраине города, при въезде в промзону. Его по-прежнему простреливают боевики. Мы будем их помнить, это 100%. Буду каждый рік сюда после войны приезжать. Це вже моя тоже частина тут залишилась. Юлія Толмачева – волонтер. Четвертый год она неустанно привозит помощь на передовую. Когда ночные звонки, я пугаюсь, потому что я знаю, что это какое-то плохое известие может быть. Ребята боевые, они брали алмаз, в основном 2-я рота 1-го батальона. Тогда погибли ребята, были погибшие. И они боевые, они настоящие, они искренние, они честные, они порядочные. Идею памятника поддержали и другие подразделения, оборонявшие этот рубеж. Имена их военнослужащих можно увидеть на мемориале. Они не пішли назавжди від нас. Они залишаються в наших серцях. Вони продовжують свою боротьбу в складі своєї, у своєму небесному строю. Вічна пам'ять. Не погибли. Молодые. Им благодарна за это. Большое спасибо їхнім матерям, що не воспитали таких дітей. Защищали нас, защищают. Нам очень благодарны за это. Мы даже не знали, что их столько здесь погибло. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.